İyunun 13-də Moskvada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin görüşü olub. Dövlət başçıları görüşdə çıxış ediblər. Добро пожаловать. Надеюсь, вы с пользой и с интересом проведете это время в Москве. С интересом, потому что исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой, потому что очень много приехало наших коллег с очень многих стран. Есть возможность поговорить со всеми, встретиться с кем-то, познакомиться. Ну и с нашими ближайшими коллегами по СНГ тоже. Обменяться информацией по текущим делам. Что касается наших двусторонних отношений, то мы их основательно и глубоко и обсудим, и позанимаемся этим. 30 августа в ходе вашего визита в Россию. Но до этого времени наши коллеги будут работать и будут готовить этот ваш визит в Россию. Но уже сейчас можно сказать, что отношения развиваются, развиваются очень успешно. За прошлый год у нас рост товарооборота 34,4%. За первый квартал этого года еще почти 19%. То есть это очень хороший темп, который нам нужно поддержать. Что касается политической составляющей, то здесь тоже все стабильно. По линии парламентов идут постоянные контакты. По линии общественных организаций, гуманитарные связи развиваются. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. В первую очередь хотел бы вас поздравить с прошедшим государственным праздником, Днем России, который отмечался вчера. Также хочу поздравить с успешным завершением подготовки чемпионата мира по футболу. Это главное событие, спортивное событие мира. И уверен, что и сам чемпионат пройдет очень успешно, все гости будут довольны. Что касается наших отношений, я тоже хотел бы выразить удовлетворение развитием наших отношений. Хотел бы поблагодарить за приглашение посетить Россию в конце августа. Но и сегодня хорошая возможность также обменяться мнениями по текущим вопросам нашей повестки дня, которая достаточно обширная. Я думаю, что большой импульс развитию нашим отношениям придает наши с вами регулярные контакты. Они носят постоянный характер. И мы видим хорошие результаты. Наше политическое взаимодействие на очень высоком уровне. Мы надежные друзья и партнеры, стратегические партнеры. Как вы отметили, в экономической сфере динамика очень позитивная. И в этом году, и в прошлом году есть планы по расширению экономического сотрудничества. Мы видим уже конкретные результаты реализации проекта «Север-Юг». Уже рост грузопотока из России через Азербайджан растет. И это тоже позитивный результат нашей деятельности. Во всех сферах, в гуманитарной сфере, я считаю, что наши отношения вообще образцовыми. Так что рад тому, что мы имеем хорошую динамику, хорошие результаты и с надеждой смотрим на будущее, на укрепление наших связей. Еще раз спасибо за приглашение. Спасибо большое.